Залепил. Что, порезал пальцы? Не порезал, он у меня лопнул, скотина. Представляешь, оттуда идет кровь, и мама твоя залила туда колодий. Да, мне нравится. Ну, я, например, убежден, что, например, в искусстве, особенно в исполнительском, огромное значение имеет так называемый тестостерон, который находится в мужчинах. С возрастом тестостерон, конечно, у мужчин уходит куда-то, я не знаю уже куда. И музыка появляется, получается, не совсем оплодотворенная. То есть, когда молодые люди играют, у них вот это зашкаливает, вот это желание. Это не надо переводить все на секс или на что. Это именно желание что-то сделать. На сцене должен захватывать дух у публики. Не только они должны умиротворяться и погружаться в атмосферу. Это тоже важно. Но еще важен дух, чтобы они все время сопричастны были с тем, что происходит. И именно вот этот тестостерон, мне кажется, очень имеет большое значение. Ну вот с возрастом надо самого себя подстегивать. Раньше в молодости не надо было, а с возрастом надо.
место можно посмотреть, как здесь? Вот здесь раз, два, три, четыре. Тоже. А здесь что написано? Шесть написано, да? Или пять? Шесть четвертей. Странно, нет. Здесь нет шести. Пять. Два, три, четыре, пять. Нет здесь шесть четвертей. Да, но это не совсем 5. Это 2. Это, ну, не важно. Так, здесь это не проблема. Не спеши, значит, здесь. А октавы нельзя последние чуть-чуть быстрее, Володь? Не стоит посмотреть? Где, где, где? Самые последние октавы. Вот здесь вот. Ну, последние цифры. Но мы еще не дошли до этого. Да, да, да. Значит, здесь не иди вперед слишком. Хорошо. Значит, это рям та 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 та. Здесь все было в порядке, это не проблема. А, иначе, если ты будешь идти вперед, это уже невозможно играть тогда. Ну, ты можешь, конечно, да? Но многие не смогут. Я быстро играю? Нет, ты хорошо играешь. Но ты уже пришел в такой темп быстрый, что другие люди бы никогда не сыграли все равно. Та-та-та-та-та-та-та. Это почти несыграемо. Значит, он так не имел в виду. Не имел в виду. Та-т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 а. Более певучий, значит, да? Ну да, да. Вот как какой-то любитель играет, а не профессионал. Понимаешь? Так, здесь можно чуть-чуть быстрее. Чуть-чуть, ну чуть-чуть и обратно в темп. Так? Здесь мы сильное будем ускорение делать? Нет, это было слишком. Для оркестра невозможно, потому что они почти не слышали. Та-та-та. Значит, что ты играешь? Там па пам 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 та 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 Тогда можно. А ты так быстро сыграл, что это невозможно. А здесь я правильно вступил в тот раз, да? Правильно. Потому что тоже там шум, я считаю просто так. Я тебе могу дать. Вот и все. Вот эти последние октавы. И последние октавы не слишком. Не надо. По Чайковскому, да, как? Да, пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. А то они не поняли. Я им дирижировал, они не поняли, потому что ты слишком загнал. А потом эти уже они поняли, им сыграли вместе. Хорошо. Все? Ну, я думаю, да. Спасибо огромное. Спасибо, Сергей. А вы все здорово играете. Да ну, прекрасно. Мне очень нравится, когда очень хороший рояль. Не просто нравится, тут получается такая какая-то потрясающая связь. Если рояль отвечает, то мы друг друга заводим. Рояль становится живым. И более того, он начинает меня приглашать к невероятным откровениям. К таким, на которых я, в принципе, не был, к которым я не был готов. Потому что вот эта тонкость, нюансировка, она, может быть, глубоко сидит во мне, но поскольку у меня дома нет хорошего рояля, занимаюсь, я не знаю, я только слышал, что есть машина Aston Martin или там какие-то там, не знаю, Lamborghini, я только об этом слышал. Но представь себе, если мне вдруг посадят и скажут, ну-ка, поезжай за булочную, я буду испытывать невероятный какой-то прилив энергетический. И вот когда я встречаю неожиданно уникальный рояль, происходит бесконечное признание друг другу в любви. Если ты играешь, и ты понимаешь, что выдаешь, ну, процентов 60, даже не того, что мог бы, а того, что просто, ну, возможно сейчас, это не дает никакого ощущения. А когда ты неожиданно говоришь, что ты даешь, хочешь дать на 80%, а рояль позволяет на 150. Одну минуточку. Алло. Да. Здрасте. Здрасте. Да. Ага. Ну, конечно, естественно. А скажите, пожалуйста, у вас какая-то есть цель в этом прослушивании или просто послушать? К конкурсу готовитесь? Ага. Хорошо, пожалуйста,
Если вы захотите в институт ко мне прийти, вот у меня класс обычно в понедельник и пятницу. Значит, у меня вот только единственный у меня концерт. Если это можно после 16-го сделать, это было бы совершенно гениально для меня. Да, было бы замечательно. Тогда мне совершенно свободен я. Да. Да нет, можно и раньше позвонить. Ну да, а вообще, конечно, с удовольствием послушаю. Ой, моя дорогая, ну это вообще вторичная история. У меня, я не знаю же ваших возможностей. Мне совершенно все равно, какие у вас есть возможности, так и будем решать. Потому что, да, конечно, это все абсолютно. Если нет возможности, все равно послушаю, девочку позанимаюсь. Не беспокойтесь, а? Хорошо. Не за что, не за что. Вот конкурс подготовить, какой-то девица звонит. Сколько денег платить? Я говорю, да мне. За фини. Еще очень важно рассчитать, с какого звука начать, чтобы не было грубо. Да, это разбухание есть, но мы вот еще тише найдем. Слушай, у меня новость. У меня тут концерт намечается в ближайшее время. Хочу, чтобы ты этот день не занимала. Консерваторию. Ага. Я буду интересные произведения играть, так что приходи обязательно, если сможешь. Сделай так, чтобы вообще этот день у тебя был не занят. И домой приходи пораньше, я тебя прошу, я один. Мамы нет на даче. Ладно, все, пока. Целую тебя, пока.
Я. Подожди. Мне анализы только взять. Всем быстренько. Да. А мы получим анализ. Получить нет. Можно пойдете. А сейчас она выйдет и скажет. Вы вместе пойдете. Ну а зачем же вместе? Я помню, может, что-то назначить, лечение какое-то. Я все так проверила. Сделала, что она говорила. Да. Я тоже останусь одна. Лин сын, отец, муж умер, мама. Похоронила его. Сын в армию ушла потом. Мама до Германии. Пришел. Учился. Супа умерла. Родился. Так все нормально. Двоих внуков вырастет. Я вас рану шевелю. Ну, я просто хочу еще. Еще как бы нам правда. Еще как бы нам правда. Еще как бы нам правда. А второе занятие... Еще лохматый. Это девушки. Сейчас, слава богу, подстроится. Внимательно слушаем, что вообще в сумме звучит. Если это не слышу, то... Это репетиция перед юбилеем в Доме музыки. Заслуженный артист России Сергей Мусаелян серьезно занимается... Оркестр, между прочим, неплохой каменный оркестр, московская камерата. Если быть совсем точным, то нужно говорить, что Сергей 95% жизни посвятил музыке. В 3 года он играет... Толстый, страшно вообще. Неприлично такого видео выходить на сцену. ...из репертуара музыкальной школы. Мама с ранних лет занималась воспитанием будущего таланта. И неудивительно, что спустя годы Сергей поступил учиться в ту же консерваторию, что и его мама. Мама, конечно, была музыкант, очень большой музыкант, с большой буквы, очень много знала, училась у великих людей. И она мне маленькому это все рассказывала. Что самое интересное, мне было абсолютно не скучно это все слушать, я это все впитывал. Но что самое интересное, когда моя дочка, это я учился в ЦМШ тогда еще, в Центральной музыкальной школе, когда моя дочка поступила в ЦМШ, тоже тот же, на том же самом месте, она потом, правда, переехала на Полежаевскую, и мы тоже с ней, возвращаясь из школы, ну, как бы такой доброй традицией, проходили через этот же парк, через ту же самую лавочку. Ну, наверное, говорили о подобных же вещах. И мне кажется, что моей дочке было тоже это очень интересно. Я был счастлив, потому что такая преемственность, династическая преемственность, это очень много. А потом произошла такая история, что... В общем, решили ее из профессионального такого образования забрать, хотя она потом еще и в Гнесинке училась. Вообще, честно говоря, конечно, для меня это была огромная трагедия. Даже когда она, когда мы с женой, вернее, даже жена скорее решила, что ей не стоит этим заниматься, что у нее нет таких талантов высоких, что стоит всю свою жизнь посвятить этому делу. Но, тем не менее... Для меня это была огромная трагедия. Я даже хочу сказать, что мы даже с женой на какое-то время поругались очень серьезно. Я просто никак не мог смириться, что моя дочь не продолжает мою дорогу, мой путь. Но тем не менее, знаете, вот Господь Бог есть на небесах, Он все видит. Он, если искреннее желание есть, Он все равно выведет на правильную дорогу. Ну, чего вот испытывает советский человек, прикольно, творческий работник, выезжающий за границу на богатые гастроли. Я думаю, что примерно так, как человек, всю жизнь кушавший картошку, вдруг, если ему показывают пирожное, пока только показывают, еще не дают,
Ну, если ты можешь это примерно почувствовать. Я думаю, что это очень близкое состояние. Но вообще, честно говорить, если без шуток, то, конечно, огромное счастье. Я не знаю почему. Не потому, что это за граница, а потому, что у меня есть, вот, например, лично у меня есть возможность играть на хорошем инструменте, в хорошем зале. Что у меня нет проблем сыграть с хорошим оркестром. Вот, например, в данном случае я буду играть с прекрасным оркестром, конечно. Конечно, это счастье. Да, ты видел, смотри, какая интересная. Ух, 10 штук. Сколько? 10. Только 10 раз можно дарить запуск. Да, я со своими женщинами еду, видишь? Все сразу, все в комплекте. Слушай, Витька сказал, что... Так, ноты, Даш. Дебюсси. Шуберт. Шуберт, Дебюсси и Пифон. Дебюсси только все. Ну, бог с ним, Шуберт. Дари. Даш. Ох, мальчика. Это вы будете вести, как это самый флаг? Да, я думаю, спасибо. Ну вот сейчас мне приходится довольно много заниматься, готовлюсь к концерту. Я думаю, что я готовлюсь, ну, как бы к последнему концерту. И мне, конечно, хочется как можно больше сказать на этом концерте, как можно лучше выглядеть, как можно более совершенно. Как можно более, я даже хочу похудеть к этому концерту, чтобы еще и мне выглядит получше, и так далее, и так далее. В общем, готовлюсь со всех сторон, комплексно пытаюсь соответствовать понятию артист, пианист. И вот как бы последний раз я к этому так отношусь. Девять и семь. Вполне жить можно.
Нормы 5,5. У вас на сцене, наверное, реально намного больше слышно, чем да, в зале. Да, в зале, плохо, немножечко да? Все-таки шум, причем не оркестр, а именно шум от экрана. От экрана. Все-таки Рояль немножко заглушает. И получается, что не очень понятно, что там происходит. Там вообще есть? Или, может быть, чуть-чуть в серединке, вот там, где, так сказать, рояль. Да? Скажу, там много взрывов очень. Да, скажу звуковым. Потому что вам хорошо слышно, здесь немножко мало проходит за счет колонок. Потому что колонки за вами. Будет, значит, после конца репетиции еще 5 минут мы поговорить сможем, да? Или какие-то есть да, сразу два места. Вот эти, да. Остальное было все хорошо. И испарения были не ужасные, как раз все было понятно, я им дал, все было хорошо. Но вот эти два места, я не знаю, что мне делать. Что приходишь на аккорд раньше? Да нет, место простейшее, то есть надо мне, я тоже плохо слышу, что мне там. Да мне сейчас нужно внутренний ритм был. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. То есть ты играешь железный ритм и все, да? Да, абсолютно. 10-20. От него прямо идет какой-то магнетизм для меня, во всяком случае. Ты любое произведение, которое хочешь сыграть, ты всегда найдешь в исполнении Ашкенази, притом высококлассно. Он записал, по-моему, все, что только можно, и по несколько раз, и очень интересно, очень классно. И вот Ашкенази задумал мировое такое турне, это значит «Музыка и террор». И я когда увидел вот этот штурм Красной Горки, я немножко загрустил. Конечно, произведение очень трудное, требующее, ну, очень серьезного, вдумчивого отношения. И, к сожалению, ну вот я сыгрался с Володей, и больше я его ни с кем не могу играть, потому что оно, ну, крайне редко исполняемое произведение, очень трудно. Прошу прощения. Алло, алло, добрый, да, ага, Калюнечка, хорошо, спасибо, спасибо, жду тебя, пока, ножницы возьмите металлические, хорошо, у меня сейчас идет ремонт, и вот звонят рабочие, завтра приеду в 10 утра, а в 2 часа у меня уже репетиция. Как я успею, не знаю. Года с женой не жили. А я сейчас смирился и говорю, да ты права. Ты хочешь ремонт? Нет проблем, я согласен, делай. Она говорит, а где деньги? Я говорю, Зин, значит, дело не в том, что я хочу или не хочу, а дело в деньгах. Хорошо, я тебе дам деньги. Нашел. Я говорю, делай. Ой, а меня обманывают, наебывают. Ага, значит, дело не только в деньгах. А она мне говорит, что у какой-то кукушки там, у нее там что-то такое там. А я теперь говорю, а теперь сделай ты. И она ко мне пришла через 5-й день, говорит, а нет денег. Я говорю, хорошо, я даю деньги, сделай. А она потом пришла, а ты знаешь, а нет рабочих. А ты знаешь, а нет материалов. А ты знаешь, тех, которых я онлайн не умею делать. А я 9 месяцев я заработал себе болезни. Я жену не вожу никуда, потому что если она увидит у кого-то там обои там другие или там кран другой, она сразу говорит, а чего у них такое, а у нас не такое. Да я же на небе вот это, меня просто заимели. Это просто пиздец.
плюс, но вот она и есть финишная. Энер плюс это финишная. Финишная шпаклёвка. Энер это тоже финишная. Да. А это дорогая? Дешевле, чем шпаклёвка. Чем бетонит? Чем бетонит. Бетонит 561 стоит. Ну его нет, да? Да, его нет. Панелей нету, 30-сантиметровых, 60-сантиметровых нет, но они бывают. Так что я все... Нет, а зачем? Они бывают, но в другом будут просто. Я все купил. Еду. Давай. Каждый раз, когда ты занимаешься творчеством, пытаешься творческие вершины брать, ты соблазняешь очень такую желанную, но непростую даму, как бы. А в ремесле ты каждый день соблазняешь свою собственную жену, с которой прожил 10 лет, если не 20. Но соблазнить жену, с которой живешь 20 лет, в чем-то сложнее, чтобы это была не рутина, чем... Это в чем-то сложнее даже, и в чем-то даже более почетно на самом деле. Хотя гораздо более желательно соблазнить всяким, там, не знаю, воображаемую Анджелину Джоли или там еще кого-нибудь.
когда врач меня увидел, он сказал, что все, я их клиент, это минимум на 2-3 недели. Ну, конечно, музыка – это, безусловно, нагрузка. Потому что когда я занимаюсь, ну, 6-7 часов в день – это как только занятие. Плюс отдачи, концерты. Ну, в общем, кстати, я и сказал, что я все равно музыку вряд ли брошу, как бы то ни было. На что она сказала, что я, наверное, тогда не буду вами заниматься. И вообще, поскольку мы все так или иначе умрем, я был бы счастлив, если у меня был бы выбор. Так вот, выбор мой такой. Смерть на сцене меня даже привлекает во время концерта. Это одна из таких желанных вариантов закончить эту жизнь. Желательных. Привет. Это я, привет. Ну ты как? Ты почему так редко звонишь? Понятно. Как погода у вас? Купаешься? Ну а чего? Это не так холодно, между прочим. Что 21 градус, это не так, не такая холодная вода. Нормально, нормально, ничего. Я тебе завидую. Солнце-то есть? Отлично. Загораешь? Ну ты именно отдыхай, так особо не гуляй. Хорошо. Мама на даче. Мама на даче готовит ее к зиме. Так что я... А ты когда приедешь? Ага, хорошо. Но имей в виду, что вот ты приедешь буквально через 2 дня, 7-го, у меня будет концерт. Буду играть очень интересное произведение. Очень хочу, чтобы ты была. Ну почему? Ань, это не так часто бывают эти концерты. Постарайся быть, я тебя очень прошу, потому что серьезные вещи буду играть, понимаешь, редкое исполнение. И вообще очень странно, что так мало звонишь, редко. Мы очень волнуемся, это не так сложно. Ладно, будешь? Все, договорились. Звони почаще. Ну ладно, хорошо. В общем, я тебя очень прошу быть на концерте, все дела брось, обязательно, чтобы ты была. Все, целую тебя. Звони.
Вот прямо у колонн, с ними сразу. Когда я Ашкенази спросил, один раз я с ним был в Финляндии, и я играл, занимался в каком-то ресторане, просто мне дали ресторан. Я занимался, и ко мне подошел человек и дал мне, не помню, 50 марок, или 100 марок, или 100 долларов, или 50 долларов, не помню, каких деньгах даже дал. Я не хотел брать, я воспринял это как оскорбление. Потом Ашкенази сказал: Ашкенази, Володя, вот ты бы играл в такой ситуации и взял бы деньги, ну, конечно. Я говорю: а почему? Потому что это не моя проблема. Это не проблема. Я занимаюсь своим делом. Если мне за это платят 20 долларов, или 20 тысяч, или 20 миллионов, это их деньги. Ну, а мне платят за мое дело. Я ничего другого не умею. А что за снобизм? Мы профессионалы, мы проститутки, мы продаем свое искусство. А вот чтоб тебе деньги платили за искусство, это твой талант. Единственный показатель в мире таланта – это деньги. Единственный. И нет другого. Я сейчас тоже свою жену не держу на 900 рублей в месяц. Но это не музыка. Хуй знает что. Пошли.
automated push. The subscriber is not available now. Please call back.